На главных часах Сухума почти полдень. Ритм жизни абсолютно обычный. Кто-то спешит по рабочим делам, кто-то за детьми в школу, а другие и вовсе на прогулку. Эту, казалось бы, спокойную обстановку столицы каждодневно прерывают тревожные сообщения оперативного штаба по защите населения от коронавируса. И если раньше эти показатели в основном не превышали отметку в 10 зараженных, то за последние несколько дней их число значительно выросло. К примеру, 1 сентября COVID-19 был подтвержден у 29 человек, 2 числа у 25, а вот следующий день и вовсе побил все рекорды – 42 зараженных. Свою обеспокоенность по этому поводу выражают жители республики в социальных сетях, отмечая, что в стране уже сейчас необходимо ввести карантинные меры, в том числе запрет на проведение массовых свадеб и праздничных мероприятий. Подобную реакцию можно наблюдать и на улицах города. Очень сложная обстановка, конечно. Я вообще в школе работаю. У нас есть это все антисептики, бегаем на перемену детей, ведем, ребенок что-то держит где-то. Мы стараемся, чтобы они не контактировали. Но очень. Я считаю, что опасно. Я сама вот иду в школу, думаю, господи, сегодня не поймать бы. Завтра не поймать. Распространяется инфекция, видите как? С геометрической последовательностью. Каждый раз все больше и больше получают положительных тестов. Поэтому надо принять строгие меры, ограничить и пропуск на границе, наверное, или сделать там подконтрольным каждого входящего. В общем, надо очень серьезно задуматься. Дальше может быть хуже. О необходимости введения ограничительных мер в стране высказались многие граждане, однако сказать это на камеру по ряду причин отказались. Есть и те, кто вовсе считает, что в этом уже нет никакой необходимости. Карантин здесь уже не поможет. Почему вы так думаете? Ну, потому что много, наверное. Ну и статистику-то вы должны знать. В то же время на улицах столицы можно встретить и тех, кто настроен более оптимистично. Как вы считаете, нужно ли вводить карантин у нас? Нет. Почему? Потому что нет. На вопрос о том, будут ли введены ограничения или все останется без изменений, пока нет ответа. На 3 сентября, как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число инфицированных COVID в Абхазии за весь период составляет 426 человек. Виола Барганджа, Раму Камке, Абазатова.